Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как скачать и установить торговый терминал, а также как подключиться к вашему счету. Для начала нам нужно войти в личный кабинет AMMarkets. Затем необходимо выбрать категорию «Торговые платформы» и выбрать именно ту платформу, которую мы хотим скачать и установить. После загрузки мы должны открыть файл и запустить процесс установки. В новом окне нажимаем «Далее» и ожидаем, когда процесс установки завершится. После завершения установки нам нужно открыть MetaTrader и подключиться к нашему торговому или демо-счету. Чтобы подключиться к нашему счету, мы нажимаем на символ сервера в MetaTrader в правом нижнем углу, а затем выбираем «Логин». Если у вас еще не открыт счет, вы можете сделать это в личном кабинете. Открыть торговый или демо-счет. В MetaTrader в открывшемся окне указываем номер своего счета, пароль и выбираем подходящий сервер. Мы также можем сохранить эти данные на будущее, чтобы повторно не вводить их при следующем подключении. Замечательно! Теперь вы знаете, как скачать и установить торговый терминал в AMMarkets, а также как подключиться к своему счету. Начните торговлю в AMMarkets уже сегодня!